Корольков Максим Владимирович, первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов. Федеральный экологический оператор, госкорпорация «Росатом». Тема выступления о реализации федеральных проектов «Инфраструктура для обращения с отходами первого-второго класса опасности» и «Чистая страна. Нацпроект экологии». Максим Владимирович, пожалуйста. Да, спасибо огромное. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, послушав уважаемых докладчиков, я понимаю, что тема нашего обсуждения гораздо шире, чем та, которая указана, значит, на моей презентации. Поэтому я постараюсь немножко больше рассказать о той работе, которая госкорпорация «Росатом» и предприятия, входящие в контур корпорации, вместе с различными предприятиями, субъектами реализуют вот уже без малого 2 года, и каких результатов мы достигли. Но, как вы прекрасно знаете, вопросы, связанные с промышленной экологией, ну, которые вот сегодня решаются в рамках национального проекта «Экология», значит, сосредоточены по 2 направлениям. Первое направление – это не допустить вреда, а второе направление – это ликвидировать тот вред, который уже накоплен, к сожалению, значит, и который оказывает негативное воздействие на человека и окружающую среду. Госкорпорация «Росатом» и предприятия активно участвуют в реализации 2 этих направлений. Ну, во-первых, это федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами первого-второго класса опасности». За этот проект отвечает госкорпорация. Мы его реализуем и, по сути дела, сегодня создаем комплексную систему обращения с отходами, которые требуют наиболее пристального внимания, попадание которых в окружающую среду без должных требований и правил приводит к очень серьезным последствиям. Проект комплексный, как я сказал, и он включает в себя всех участников обращения с отходами. Это образователи отходов, это федеральный оператор, который призван всех скоординировать, это базовая инфраструктура, которая должна обеспечить переработку всех образующихся отходов, вовлечь все предприятия, которые этим занимаются, так, чтобы мы перешли полностью на замкнутый цикл обращения с такими отходами. И создается целый ряд инструментов, которые призваны обеспечить удобство работы в такой системе, прозрачность и контроль за обращением с такими отходами, в конечном итоге существенно облегчить жизнь всех участников этого процесса. Как вы прекрасно знаете, наш ВГУП, федеральный экологический оператор, правительством определен федеральным оператором по обращению с отходами первого-второго класса опасности, и на нас возложен целый ряд обязанностей, которые мы должны реализовать для того, чтобы с конца 2021, начала 2022 года в России такая серьезная и очень нужная система заработала. Во-первых, на нас возложена обязанность разработки и эксплуатации государственной информационной системы учет и контроля за обращением с отходами первого-второго класса. Я полагаю, что это один из важнейших элементов, необходимых для функционирования системы обращения с такими отходами. Любой участник может войти в эту систему и получить интересующую информацию о том, кто перерабатывает отходы, кто образует отходы, куда обратиться, подать заявку для того, чтобы отходы, которые образовались, вывезли на специализированные предприятия. Все партии отходов в режиме реального времени контролируются, и надзорные органы могут достаточно оперативно убедиться в том, что отходы действительно поступили на установки, переработано вторичное сырье и вернулись в хозяйственный оборот. Предприятия, которые образуют, больше не должны искать, значит, добросовестные компании, которые имеют лицензии, и, значит, не ждать каких-то санкций со стороны надзорных органов, что эти отходы нашли где-то на свалке, во врагах и так далее. Предприятия, которые серьезно занимаются переработкой отходов, могут реализовывать успешно свои инвестиционные проекты, направленные на создание новых мощностей по утилизации таких отходов, понимая, какие отходы образуются, в каком количестве, где место расположения образования этих отходов, для того, чтобы правильно выстроить свои финансово-экономические модели будущих предприятий. Значит, согласно федеральному закону и паспорту федерального проекта, начало полноценной эксплуатации государственной информационной системы 4-й квартал
2021 года. Но уже сегодня основной функционал этой системы разработан. Значит, с начала года мы в таком рабочем режиме во взаимодействии с регионами и, конечно, с Республикой Татарстан уже занимаемся тестированием этой системы. И вот буквально на днях мы начали очень серьезный такой этап по тестированию отдельных модулей этой государственной информационной системы. Значит, многие предприятия уже в эту систему подались, пользуются ее функционалом для того, чтобы, во-первых, дать нам обратную связь по удобству работы в этой системе, для того, чтобы мы могли ее настроить для комфортной работы. И, во-вторых, мы уже начинаем для себя понимать, как правильно связывать всех участников рынка. И здесь я, конечно, особую благодарность хотел бы вам, Александр Валерьевич, и вам, Фарид Юсупович, выразить, потому что в Республике Татарстан мы пошли дальше. Мы фактически одновременно с тестированием отдельных модулей ГИС запускаем уже такой полномасштабный проект по обращению с ртутьсодержащими отходами. И фактически за очень короткий период, за несколько месяцев, мы создали полный производственный цикл, который позволит контролировать все потоки таких отходов, перерабатывать их и возвращать обратно в хозяйственный оборот. Я полагаю, что это будет таким ярким примером, как можно выстраивать такие системы. Соответственно, все участники этого процесса, они известны, это индивидуальные предприниматели, юридические лица, которые образуют такие отходы. Это так называемые операторы по обращению с отходами, это организации, которые, ну, естественно, имеют соответствующие лицензии Росприроднадзора на обращение с такими отходами. И, что очень важно, соответствующие мощности, технологии, установки, необходимые для переработки, значит, таких отходов. И это вот является таким ключевым условием. И это, конечно, региональные операторы, которые в процессе сортировки твердых коммунальных отходов, значит, выделяют те отходы, относящиеся к первым и вторым классам, которые образуются в домашних хозяйствах и которые тоже могут эффективно направляться на переработку. Система выстроена таким образом, чтобы предприятиям и юридическим лицам было очень легко на нее перейти. То есть все интегрировано с существующими государственными информационными системами, существует правило однократного ввода, то есть автоматически все необходимые данные подгружаются из других государственных информационных систем. Для работы достаточно персонального компьютера и усиленной квалифицированной электронной подписи, которая практически у всех есть, для того, чтобы там уже сегодня можно было эффективно в этой системе работать. Одновременно, в дополнение к тем мощностям, которые есть, но которых явно недостаточно, нами создаются целый комплекс таких базовых инфраструктурных экотехнопарков широкого профиля действия для того, чтобы, когда система заработает, когда предприятия начнут через нее подавать заявки на передачу отходов, которые необходимо утилизировать, уже были соответствующие мощности, значит, которые тут же будут эти отходы перерабатывать. Это позволит нам избежать накапливания отходов и выстроить вот такой вот полный замкнутый цикл. А теперь позвольте перейти к такой более, как бы, негативной истории, связанной с тем, к чему привело в прошлом отсутствие вот такой системы обращения с отходами. И на там, буквально трех примерах, какие задачи приходится решать для того, чтобы такие вот серьезные объекты накопленного вреда в рамках федерального федерального проекта «Чистая страна» ликвидировать. Ну, первый из объектов, который я хотел бы вам показать, это Челябинская городская свалка. Одна из крупнейших свалок вообще в Российской Федерации, которой, к сожалению, пользовались и промышленные предприятия, сваливая туда свои промышленные отходы. Но одна только простая цифра. До недавнего времени около 30% всех выбросов города Челябинска, а вы представляете, какие там серьезные производства стоят, исходили из Челябинской городской свалки, которая путем выбросов, горения и так далее создавала, конечно, очень серьезное негативное воздействие на жителей города. И фактически за несколько месяцев путем такой интенсивной работы, значит, свалка уже не оказывает никакого вредного воздействия на окружающую среду. Полным ходом идет процесс рекультивации. И фактически за короткий период 2019 года и за 2020 год
значит, мы превратим в вот такой очень из свалки в центре города практически, в заводском районе, превратим ее в такую серьезную высокотехнологичную конструкцию, значит, которая в таком автоматизированном режиме позволяет ликвидировать все возможные выбросы. Есть вот такие яркие примеры. Естественно, мы ориентировались на лучшие мировые отечественные практики. По сути дела, вся свалка пронизана системами удаления образующихся газов и фильтрата со сложными системами очистки, что позволяет, в следующем году у нас уже биологический этап рекультивации, и в автоматическом режиме она будет себя поддерживать. И для жителей города Челябинска это перестанет быть каким-то серьезным опасным объектом, станет своего рода, значит, достопримечательностью. Уже вот прошел конкурс по тому, какой свалке быть, какой внешний вид, какой функционал она должна. И общественность очень серьезно откликнулась на это, поэтому уверен, что в следующем году Челябинскую свалку будут приводить как пример того, значит, как из таких вот серьезных источников опасности экологически можно превратить, значит, в абсолютно безопасный объект. Второй объект, он связан, конечно, с очень серьезной химической машиностроительной промышленностью. Это крупнейший промышленный полигон в стране, это полигон «Красный Бор», где, значит, на площади, значит, в порядка 70 гектар открытым способом в ямах захоранивались отходы всех классов опасности, в том числе в большом количестве первого-второго класса опасности. И, конечно, концентрация, значит, опасных веществ в одном месте вела к тому, что рано или поздно возникнет нештатная ситуация и попадание, значит, миллионов тонн токсичных веществ в доносные горизонты. Просто весь северо-запад может оставить без воды, там, нарушить полностью экосистему. Значит, сегодня работы уже по проектированию первого очередным мерам развернуты. Значит, привлечены, конечно, очень серьезные крупные компетенции к этому вопросу. А это иностранные компании, которые имеют опыт в ликвидации таких объектов. Это очень серьезная научно-техническая поддержка, обязательно участие общественности. Значит, и сегодня мы видим технологии, они уже ложатся в основу проектных решений, которые позволят вот из такого масштабного опасного проекта путем переработки всех отходов, по сути дела, получить неопасный, значит, холм, в котором не останется уже в несвязанном виде опасных веществ, и проблема красного бора через несколько лет тоже перестанет существовать. Ну и третий объект, который вы наверняка слышали, ему уделялось очень серьезное внимание в последнее время особенно, это Усолье-Химпром, Иркутская область, масштабнейшее предприятие, одно из крупнейших химических предприятий Советского Союза, только сам завод, более 600 гектар, а суммарно площадь с источниками различных экологической опасности, это 16 квадратных километров на берегу реки Ангара, которая потом у нас впадает уже, значит, в Карское море. Завод уникален был тем, что на нем практически не перерабатывались отходы. Отсутствовали очистные сооружения для промышленных стоков. По сути дела, была единая хозфекальная промливневая канализация. В результате на территории скопилось огромное количество емкостей с отходами. Отходы закачивались в подземные горизонты, в скважины после добычи соли. Значит, огромное количество емкостей в корпусах, шламонакопители открытым способом, тотальное загрязнение ртутью, хлорорганическими веществами. Очень серьезная ситуация. Лично пришлось вмешаться президенту Российской Федерации. И сегодня мы совместно с различными федеральными органами исполнительной власти, совместно с Академией наук Российской, совместно, значит, с Иркутской области, одновременно с разработкой такого комплексного проекта уже реализуем первоочередные мероприятия для того, чтобы предотвратить развитие этой ситуации, предотвратить залповые выбросы опасных веществ. А город Усолье-Сибирское, 80 тысяч человек, находится прямо в непосредственной близости от скважины с 20 тысячами высокотоксичных отходов до жилого массива всего 350 метров. Ситуация очень серьезная.
Поэтому задача поставлена очень серьезная, амбициозная. И в этом году мы должны уже, сейчас уже выполняем все мероприятия, которые необходимы для локализации и последующей ликвидации как раз этих всех опасностей. В результате, в заключение моего доклада, я хотел бы вам сказать, что, с одной стороны, это очень тяжелые объекты, связанные с как раз пониманием того, что их нельзя допускать, их возникновение в будущем. Но, с другой стороны, это позволило вокруг этих проектов начать реализацию очень многих таких мероприятий, которые связаны, ну вот как мы сегодня говорили, с образовательной деятельностью, с серьезным очень таким повышением научно-технического потенциала. Большое внимание мы уделяем экологическому, значит, воспитанию школьников, для того, чтобы они понимали, какие работы выполняются и почему нельзя впредь их допускать. Это серьезный стимул для развития промышленности, для развития нашей науки по разработке новых технологий, выпуску новой продукции, оборудования, что называется, нет худа без добра. И я уверен, что, значит, пройдя вот этот этап ликвидации таких объектов, в будущем мы получим компетенции и технологии, которые нам не только позволят ликвидировать такие объекты, но и не допустить их образования в будущем. Спасибо. Спасибо большое, Максим. Можно? Да, конечно, конечно. Да, Леонидович, вот да, развитие вам... положительного опыта реализации пилотных проектов и соглашение между Республикой Татарстан и федеральным оператором по обращению отходами 1-2 классов о сотрудничестве в части обращения с ртутно-содержащими отходами также, где Республика Татарстан стала пилотом по тестированию государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами. Завтра мы подписываем соглашение тоже вот Максим Владимирович и компания «Кариб» именно по дальнейшей нашей совместной работе. И я считаю, тоже это один из очередных шагов по переработке именно это аккумуляторных батареек. Да. Батареек. То есть это тоже один из пилотов, который мы хотим именно организовать не просто переработку, именно сбор совместно организовать как второй класс опасности. Поэтому я хотел выразить слова огромной благодарности Максиму Владимировичу, то, что они нам доверяют в таких пилотных проектах, и мы со своей стороны максимум приложим усилия, чтобы реализовать, ну, и оправдать то доверие, которое вы на нас возлагаете. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Рустам Камильевич, прокомментируйте что-то или вопрос какой-нибудь, может, у вас докладчик? Да нет, мы просто с Иосифовичем живо обменивались. Доклад действительно очень содержательный, интересный. Ну и в плане вот того пилота, который сейчас реализован, ну в плане все равно так или иначе есть цепочка отработки ТКО, есть закон ТКО, и все равно так или иначе все отходы там выделяются, отходы 1-2 класса опасности. Есть единый оператор, определен в Российской Федерации, и очень отрадно, что мы достаточно плотно с ними работаем, потому что вот с любой свалки, с любого завода по переработке все равно выделяется 1-2 класс, и другого оператора нет, только им мы их будем сдавать, и отрадно, что они их обрабатывают и в последующем увозят, захоронят и утилизируют. Поэтому я тоже хочу сказать, что мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. В любом случае есть объем небольшой достаточно, но он есть, этих отходов, и нам их надо безопасно обрабатывать и утилизировать. Максим Владимирович, у меня вопрос. Мы с вами периодически обсуждаем проблему, связанную с необходимостью взаимодействия с местными сообществами, с прямым диалогом с населением при проектировании, строительстве объектов. У нас в стране, вы все знаете, возникают различного рода и социально-экологические конфликты, и какие-то спорные моменты. Я знаю, и мы с вами это еще раз подчеркну, обсуждали недавно в Башкортостане. Очень кратко, пожалуйста, поделитесь своей практикой, как вы в проактивном режиме работаете на вот упреждение таких негативных ситуаций. Ну, специфика нашей деятельности, естественно, приучила нас к тому, что все те вопросы, которые нам приходится решать, которые нам поручают, с самого начала, ну, на нулевом цикле, должны правильно, тщательно и комфортно доноситься до населения, до общественности. Все должны понимать, еще до того, как мы приступим к работе, что мы делаем, для чего, какая будет польза, почему это так необходимо и почему это надо делать.
Да, и вот в том числе образование вот таких объектов накопленного вреда, ну, в том числе привело это к тому, что население во многом не понимало, почему нельзя накапливать отходы, почему их надо перерабатывать. И сегодня мы вот такой путь проходим. Обязательно в каждом месте нашего присутствия у нас целый кластер создаются таких просветительских программ. Это общественная приемная, это информационные ресурсы, это и работа со школьниками, это и работа с студентами, с научным сообществом, с экспертным. Для нас очень важно не просто что-то делать, для нас очень важно, чтобы все понимали, что то, что мы делаем, это нужно всем, что это будущее, которое обеспечит нам благоприятные условия для жизни и чистую окружающую среду. Да, и добавлю, что у вас практикуется такой подход не выходить на ОВОС первый раз, когда в рамках ОВОСа общественное слушание, никто еще ничего не знает, и вы начинаете что-то, как инвестор обычно, начинает что-то доказывать, показывать, бить себя в грудь, что он экологически ответственный и так далее. Вы вот нулевые чтения, так называемые, практикуете, то есть заблаговременно эту работу информационно ведете на опережение. Вот это очень важно. Я к чему обратил на это внимание, акцент делаю коллегам из соседних регионов Приволжского федерального округа, тоже, чтобы ваша практика была интересна. Если есть необходимость, можете поделиться. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Владимир, спасибо. Коллеги, у нас... Можно задать вопрос? Можно? Очень кратко, пожалуйста, Александр Александрович. Первый вопрос. Вы знаете, сколько у нас накоплено сейчас опасных химических отходов и сколько ежегодно его образуется, этих отходов? Да. Ну, то есть цифр официальных по накопленным отходам их нет. То есть оценивается, что только высокоопасных отходов порядка 10 миллионов тонн накоплено. Значит, я, естественно, располагаю данными официальной статистики, которая, значит, идет по линии Росприроднадзора по ежегодному накоплению. И мы все понимаем, что, значит, работа в сборе этих данных требует существенной доработки и получения более достоверной информации, с которой будет удобно работать и Росприроднадзору, и нам. Значит, и, собственно говоря, для этого и создается госинформсистема, для того, чтобы эта информация не дублировалась и не занижалась. Второй вопрос существенный. Поскольку основным методом уничтожения отходов является термически опасных отходов, каким парком установок вы сейчас располагаете и какой суммарной мощностью для этой цели? Ну, я тут не совсем соглашусь, что термическое обезвреживание отходов первого-второго класса является основным методом. Скорее, это вспомогательный метод. Значит, как я вам уже сказал, мы сейчас на базе объектов по уничтожению химоружия создаем первые 4 таких экотехнопарка. Там есть соответствующие мощности свои, которые можно использовать на первых порах. И на каждом производстве будет целый комплекс установок, прежде всего направленных на утилизацию, на извлечение полезных веществ из таких отходов. Общая мощность каждого такого экотехнопарка 50 тысяч тонн по году. Соответственно, одновременно, что называется, с нуля, мы еще 3 таких экотехнопарка создаем, которые как раз призваны решать там целый комплекс задач. Спасибо.